День 17 ноября у всех знаков зодиака благотворно повлияет на обсуждение домашних обязанностей, планов на всеобщее настроение. Есть стимул не засиживаться на работе или учебе допоздна. Овны, вам нежелательно вкладывать деньги в сомнительные компании. Настроение будет зависеть напрямую от погоды. Метеочувствительным людям следует брать с собой таблетку аспирина или любого другого болеутоляющего. Тельцы, звезды предупреждают, ждите неприятности от соседей. Готовьтесь заранее, перед выходом из дома перепроверьте свое жилье. Но при этом все, что случится, будет к лучшему. Близнецы, 17 ноября испробуйте на себе несколько приемов тайм-менеджмента и выберите подходящий. Впереди вас ждет успешное будущее, а на его подготовку нужно уделить много времени и затратить силы. Начатые дела в этот день точно дойдут до финала. Раки, ставьте цели на долгосрочный период. Будут они грандиозными или вполне обычными, решать вам. Но звезды уверены, сил и энергии вам хватит, чтобы их завершить. Позвоните близким людям, им может понадобиться ваша помощь. Львы, готовьтесь к общению с руководством, проявите амбиции, составьте свой карьерный план, покажите себя компетентным сотрудником. Если вы сами себе не сможете ответить на эти вопросы, стоит пересмотреть свои перспективы в жизни. Девы, не допускайте в свою жизнь негатив. Хороший способ отвлечься – пойти на кулинарные курсы или начать изучать новый язык. Но не идите по банальному пути. Если кухня, то вьетнамская, если язык, то финский или, в крайнем случае, китайский. Весы, звезды советуют вам добавить в жизнь краски. Смените цвет волос или поменяйте цветовую гамму гардероба. Смотрите по сторонам и учитесь новому у окружающих. Употребление высокоградусных напитков для вас 17 ноября запрещено. Скорпионы, кто-то из коллег захочет скинуть на вас свои дела. Трудно будет отгадать их замысел сразу. Новые романтические увлечения поставят под сомнение вашу репутацию рационального человека, но не обращайте внимания на подобные высказывания. Стрельцы, при переводах больших сумм внимательно отнеситесь к заполнению бумаг. Ваш новый день идет вразрез здравому смыслу, но людям с авантюрным характером в нем будет достаточно комфортно. Чтобы сгладить малоприятные моменты, постарайтесь относиться ко всему с юмором. Козероги, составьте детальный рабочий план. Пропишите все аспекты, на которые влияют ваши коллеги. Проработайте перекосы и попробуйте их устранить. При общении с коллегами старайтесь точно доводить свои мысли. Водолеи, соблюдайте дистанцию в общении со старшим поколением. Именно от них будет исходить негатив. Не берите на себя груз чужих ошибок. Задумайтесь, в какой сфере вашей жизни вам необходимо реализоваться. Рыбы, постоянный негатив может вас сломать. Следуйте своим истинным желаниям. Если кто-то начинает давать вам советы, вежливо попрощайтесь и уходите. Постарайтесь провести вечер с близкими вам людьми. Всем знакам зодиака 17 ноября следует быть внимательными. Большая вероятность ошибок. Но в целом этот день идеален для поездок по магазинам и походов за город. Звезды знают, что говорят.